Богом, но единственное, не хватало людей. Тогда Бог взял прах земной и создал из него человека. Бог вдохнул в него дыхание жизни, и человек ожил. Затем Бог сказал: «Да будет человек отличаться от всех других созданий». Он выпрямился и встал на ноги. У него будет душа, и он будет подобен Богу. Но на следующий день ему быстро стало скучно. Бог подумал и решил создать ему пару, и назвал ее Евой. Ему стало веселее, они ходили по саду и улыбались. Но потом Ева увидела дерево, от которого Бог запретил есть, и решила вкусить плод. И Адам тоже вкусил плод, потому что Ева привлекла его этим плодом. Но Бог увидел это, наказал их и прогнал их из рая. Конечно.